Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Мы приземлились в аэропорту Батуми. Аэропорт маленький, надо пешочком добираться до него. Смотрите, вот он, сам аэропорт такой. Вот наш рейс, на котором мы летели. На борту нас кормили, все хорошо. И вот он, весь аэропорт. Горы, зелень. Проходим мы вот сюда. Будем тут получать багаж и проходить паспортный пограничный контроль. Становитесь в очередь и проходите пограничный паспортный контроль. Для граждан Беларуси виза не требуется. 90 дней пребывания без визы. В аэропорту есть обменник. Доллар 2,38, евро 2,67, турецкая лира 0,63, российский рубль 0,03. Выгоднее менять в городе, там будет где-то 2,5. Вот здесь вы выходите, здесь на выходе сразу несколько банков. Курс здесь такой же, 2,38. Туристический центр, можно сим-карточки купить. Вот зал вылета. Он тоже небольшой. Там, видите, проходим паспортный контроль, зона безопасности. Вот и все. Весь аэропорт. Это наш водитель такси. Мы заказали такси через программу «Максима». Покажу вам потом, что она из себя представляет. Так, в такси, если в аэропорту брать, оно стоит приблизительно 50-60 лари, то так мы платим 30 лари. Экономия, в принципе, налицо, поэтому также можно общественным транспортом добраться до Батуми и потом уже заказать такси, чтобы сэкономить, если хотите. Вот этой программой я воспользовался на андроиде «Максим». Устанавливаете, регистрируетесь, и здесь онлайн можно вызвать такси. Они приезжают, и сразу пишется цена, сколько будет стоить поездка. Очень удобно. Это уже самопад, вот отсюда начинается город. С вами вот оттуда с аэропорта. Грузия. Контрастный город. Страна, вернее. Здесь такое здание. Вот такое рядом. Шота Руставели, самый главный, который здесь есть в Грузии. Отель Шератон, казино,
неизвестно название этой гостиницы. Красивая. Да, это да, любовь. Илья Чевчевадзе? Да, наш писатель. Писатель грузинский. Набережная отеля Полярис. 2 минуты ходьбы. Мы находимся на пляже. Здесь променад. Вот этой дорогой мы идем. Здесь мелкая и крупная галька. Хороший массаж для ног. Ближе к воде крупная галька. И вход здесь тоже будет галька такая же. Хотите на отдых в этот тур или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений.